Добрый день, уважаемые участники, организаторы и почетные гости. Мы рады приветствовать вас на официальной церемонии подведения итогов и награждения победителей и номинантов второго международного фестиваля деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы». На Увадской земле в течение недели показывали свое мастерство чудотворцы из различных регионов нашей страны, а также представители Болгарии и Швейцарии. Ежедневно в прямом эфире в сети интернет поклонники и любители деревянной парковой скульптуры наслаждались процессом изготовления настоящих шедевров. И сейчас в прямом эфире нас смотрят все, кто болеет за творцов и с нетерпением ждет результатов фестиваля. Дорогие друзья, поприветствуем участников бурными аплодисментами. Действительно, наши творцы показали мастерство на высшем уровне. И мы предлагаем еще раз вспомнить самые приятные моменты фестиваля. Дорогие друзья, просим вашего внимания на экран. Гостеприимная Увадская земля в очередной раз принимает международный фестиваль деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы». 2 сентября состоялось торжественное открытие, событие которого все ждали с большим нетерпением. Воткнутый в пень топор стал символом готовности к честному состязанию в мастерстве. Участники заняли свои рабочие места и выпустили в небо воздушные шары. Глядя ввысь, каждый загадал желание и пожелал удачи. Пусть ваши мечты и желания обязательно исполнятся! Сибирский край насыщен загадочными легендами о золотой богине, поэтому не случайно тема фестиваля стал образ этого языческого идола. Описания золотой богини очень противоречивы. Точно никто не знает, как она выглядела. Поэтому обосновано у каждого участника свое видение этого образа. Валерий Коновалов из «Ирбита» посвятил всю творческую неделю изготовлению ярмарочной золотой бабы, символизирующей изобилие и плодородие. Мое видение золотой бабы – это ярмарочная золотая баба, без которой, допустим, не проходила ни одна ярмарка. Она там могла и каким-то красным словцом кого-то поддержать, и удивить там, и повеселить. Анатолий Степанов из Ижевска вложил в основу своего творения легенду об Орифее или о том, как появились Уральские горы. Крылатый стражник, материнство, Казымское солнце, сибирская матрешка, Дана река – такие интригующие названия дали участники своим творениям, каждая из которых по-своему оригинальна и необыкновенно красива. Приятно, что в этом году количество участников из-за рубежа увеличилось. Кроме известных уже нам Карины Шультес и Билла Мартина, из Швейцарии впервые на фестивале Рут Фишер. Мне нравится природа. Очень дружелюбные и открытые люди. Болгарин Дарин Башков необычайно рад участию, полон эмоций и впечатлениями. Его очень радует дружелюбная обстановка и мастера, с которыми удалось поработать на одной площадке во время фестиваля. Настроение отличное, потому что в Сибири такое солнце, такая погода хорошая. И отличное настроение, потому что я среди только мастеров. Для жюри фестиваля Сергея Лугинина и Минсалима Тимиргазеева, которые традиционно изготавливают скульптуру вне конкурса, нынешний фестиваль стал необычным. К ним поступило предложение от главы Увадского района Юрия Свицкевича попробовать сотворить скульптуру по разработанному им эскизу. Когда шла подготовка, когда определялась тематика, ну тут волей-неволей, независимо, скажем, от сознания, мозг работает в этом направлении. С учетом того, что вот накопилось в голове, все легло на бумагу, показал мастерам-художникам, говорят, давайте попробуем. Ну, давайте попробуем. Основа идеи – золотая богиня, держащая в руках земной шар. На нем изображена территория района, соединяющая образы его главных богатств, а венчает скульптуру солярный знак – образ солнца. Такая очень понятная, очень добрая и чистая скульптура.
Кроме того, целый блок на фестивале был посвящен проведению мастер-классов. Участники подошли к теме достаточно буквально и неустанно радовали всех желающих образами волшебного мира дерева. Мелкая пластика, национальный музыкальный инструмент, корнепластика. В руках умелых мастеров бесполезная щепка за пару минут превращается в симпатичного оленя. Мельчайшие детали образуют прекрасный музыкальный инструмент, а обыкновенный корень дерева оживает. За ходом проведения фестиваля ежедневно в прямом эфире в интернете наблюдали более 1000 поклонников из различных городов нашей страны, а также Украины, Швейцарии, Германии, Норвегии и Соединенных Штатов Америки. Специально к этому событию была написана песня местными авторами «Волшебные минуты мастерства». Светлана Визгина и Михаил Кулаков признаются, что именно атмосфера фестиваля, атмосфера доброты и творчества помогла созданию этого музыкального шедевра. И песня эта об особом состоянии мастера в момент той гармонии, которая достигается в процессе творчества, о таинственности и загадочности увадской земли. Для приветствия участников и гостей фестиваля к микрофону приглашаются губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев и глава Увадского муниципального района Юрий Олегович Свицкевич. Приветственным словом к вам обращается губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев. Уважаемые участники фестиваля, гости, кто прибыл сегодня и в течение всего этого времени, когда проходил фестиваль, наблюдал и имел возможность наблюдать за той работой, которую творили мастера, я всех вас приветствую. Считаю, что вот тот фестиваль, который проходит на Увадской земле, он становится уже традиционным, завоевывает популярность, завоевывает своих зрителей. И я думаю, что все, кто находился вокруг этого события, получили такие прекрасные мгновения, когда можно наблюдать за прекрасным. А это здорово. Я тоже вот с удовольствием обошел сейчас все скульптуры, посмотрел уже, как говорится, в готовом варианте. Ну, впечатляет, что могу сказать. И, конечно, если бы была возможность, то с удовольствием понаблюдал бы за тем, как все это творилось руками мастеров, участников этого фестиваля. Поэтому от всей души хочу поблагодарить участников, что они нашли время, приехали сюда, на Увадскую землю, и доставили столько приятных мгновений для жителей Увадского района, Тюменской области и всех, кто сюда приехал. И, конечно же, огромное дело, которое вы сделали за время прохождения фестиваля, то, что давали уроки мастерства молодым ребятишкам, которые, я больше чем уверен, заразились этим и в дальнейшем, как минимум, попробуют что-то подобное сотворить, а это уже хорошо. Соприкосновение с прекрасным – это всегда здорово. Поэтому благодарю всех участников, ну и думаю, что сейчас наступит самая торжественная минута награждения, потому что любой фестиваль подразумевает и сувениры, и подарки. Ну и, конечно же, это еще небольшое состязание, в котором каждый всегда мечтает победить. Спасибо. Слово для приветствия к участникам и гостям фестиваля предоставляется главе Увадского муниципального района Юрию Олеговичу Свицкевичу. Дорогие друзья, уважаемые гости, вот завершилась тяжелая для наших мастеров трудовая неделя. Я от души поздравляю всех с успешным завершением фестиваля. Второй раз УВАД принимает художников, лучших мастеров резьбы по дереву нашей страны и Европы. Еще 2 года назад мы только мечтали о том, чтобы этот фестиваль стал традиционным для нас. А уже сегодня мы можем с уверенностью сказать, что в этом направлении мы сделали уверенный шаг. И это нас очень радует. Нас очень радует то, что расширяется география фестиваля, увеличивается количество участников. Ну и, конечно, больше всего нас, увадцев, радует то, что тематика работы этого фестиваля нам очень близка. Говорят, что золотая баба – это не только идол, которому
поклонялись практически все народы и племена мира, но и духовное божество. Это вот наш уважаемый Менцелим уверяет, что это так. И поэтому я очень надеюсь на то, что вот с таким огромным количеством прекрасных шедевров мы сможем привлечь на нашу уватскую землю, в наш уватский район и оставить здесь навсегда богиню, которая олицетворяет начало всего живого. Я благодарю мастеров за то, что они оставили здесь, на нашей уватской земле, частичку своего творчества, частичку своей души. Желаю всем новых творческих успехов. Спасибо. Начинаем торжественную церемонию награждения победителей фестиваля. По результатам работы компетентного жюри определены победители. Для объявления итогов приглашается председатель жюри, директор окружного дома ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Александрович Лугинин. Приветствую вас, дорогие уватцы. Приветствую вас, уважаемые мастера. Да, самый волнительный, пожалуй, момент наступил. Так как этот фестиваль подразумевает конкурс, то, естественно, здесь были выявлены победители и номинанты. Мы, посовещавшись, компетентное жюри, пришли к решению, что в этом фестивале в числе призеров три участника. Первый участник Павлов Владимир. Пожалуйста, подойдите. Владимир, мы просим вас выйти для награждения. Дипломы и призы фестиваля вручают губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев и глава Уватского муниципального района Юрий Олегович Свицкевич. Владимир Павлов, я напоминаю, живет и работает в Москве. В числе победителей также наш гость из Швейцарии Билл Мартин. Третий призер – Кирилл Баир. Четвертый призер получает отдельный приз. Этот приз называется приз главы района. Юрий Олегович, мы определили в числе этого призера Владимира Шустовских. Вот эта удивительно добрая скульптура, она долго шла навстречу к вам. Вы долго, вернее, шли навстречу друг другу. Она, я думаю, будет хранить
ваш дом, вашу семью, ваши добрые дела. Сделана она мастером из Нового Уренгоя Виктором Селиверстовым. Витя, подними руку, пожалуйста. Его звать Анчутка. Там не только тепло рук этого мастера. За время фестиваля здесь все руки детей Уватского района. Потрогали ее. Это будущее, это будущее. Юрий Олегович, а эту скульптуру мы решили преподнести вам. Дети эту скульптуру не трогали, но все мастера подходили и говорили, как правильно ее сделать. Сделана она мастером из Салехарда Наташей Зверевой. Мы с удовольствием дарим ее вам. Я здесь бывал в ходе фестиваля, и как-то тут, не знаю кем, но родилась такая легенда, что это вот объединяющее начало нашей Тюменской области. Все, что вверху, это Тюменская область, в середине Ханты, внизу Ямал. Владимир Владимирович, Юрий Олегович, благодарим вас и приглашаем пройти на свои места. Дорогие друзья, для вас выступает театр шаманского бубна, город Екатеринбург. Встречаем! Золотая баба, благослови всех нас. Ом. Предоставляется председателю жюри, директору окружного дома ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа Сергею Александровичу Лугинину. Дорогие товарищи, глядя на то, как дружно вы сегодня пришли на эту чудесную площадку, глядя на ваши счастливые лица, мы, мастера, понимаем, для кого мы все это делали, все эти 8 дней. Действительно праздник. И мы обращаемся к вам с просьбой, чтобы вы любили наши скульптуры, чтобы вы берегли их, чтобы они жили долго, очень долго.
Очень хочется поблагодарить организаторов фестиваля, абсолютно всех людей, кто приложил усилия для того, чтобы этот фестиваль состоялся, чтобы он получился таким красочным, таким праздничным, таким красивым. Именно от этого зависел результат, именно от этого зависело качество выполнения работы мастерами. Спасибо огромное всем. И та планка, которая была сделана на первом фестивале, она сегодня стала еще выше. И я думаю, что на этой спортивной площадке так и будет. Мы будем подниматься все выше и выше и выше. Я желаю всем здоровья, я желаю всем процветания, я желаю всей уватской земле счастья. Спасибо. Начинаем награждение номинантов фестиваля. Награждается Евгений Чигровой, город Уват. Победитель в номинации «За стремление к высотам мастерства». Его работа носит название «Золотая баба». Награждается Ингрид Струензе, город Москва, победитель в номинации «За интересное пластическое решение» и ее работа «Северная Мадонна». Награждается Виктор Яковлев, Удмуртия, победитель в номинации «За талант и мастерство в создании традиционного образа». Его работа носит название «Мать солнца». Награждается Анатолий Степанов, город Ижевск, победитель в номинации «За функциональный подход в раскрытии темы фестиваля». Его работа «Легенда об Орифее». Награждается Дарин Башков, Болгария. Победитель в номинации «За глубокое философское раскрытие темы легенды мира о золотой богине». Его работа носит название «Трехликая богиня». Награждается Алексей Зайкин, город Новый Уренгой, победитель в номинации «За высокое художественное решение». Его работа носит название «Золотая баба». Награждается Рут Фишер, Швейцария, победитель в номинации «За оригинальное художественное решение». Ее работа «Тотем золотой богини». Награждается Анатолий Сатруев, город Салехард, победитель в номинации «За верность традициям». Его работа «Козымское солнце». Награждается Кирилл Никифоров, город Ноябрьск, победитель в номинации «За раскрытие темы материнства».
Его работа носит название «Материнство». Награждается Родион Бекшенев, город Салехард. Победитель в номинации «За образное воплощение древних легенд». Его работа – «Легенда о золотой бабе». Награждается Карина Шультес, Швейцария, победитель в номинации «За глубокое раскрытие темы». Ее работа «Золотая богиня. Жизненный цикл». Награждается Галина Поликарпова, Нижегородская область. Победитель в номинации «За современную трактовку народных традиций». Ее работа «Сибирская матрешка». Награждается Валерий Коновалов, Свердловская область, город Ирбит. Победитель в номинации «За прорыв в творчестве и мастерстве». Его работа «Ярмарочная баба». Награждается Шевчук Виктор и Потужный Александр, город Тюмень, за многогранную интерпретацию женского образа. Награждается Дарья Лисицына, город Пенза. Победитель в номинации «За самый загадочный образ». Ее работа носит название «Богиня в золотом плаще». Награждается Валерий Чалый, город Ноябрьск, за участие во втором международном фестивале деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы». Награждается Юрий Олегович Свицкевич, город Увад, за участие во втором международном фестивале деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы». Его эскиз «Злата баба». Награждается Галина Баталова за участие во втором международном фестивале деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы».
Награждается Гаврил Кунин, город Нижневартовск, за высокий профессионализм в проведении мастер-классов. Ваши аплодисменты, друзья! Награждается Виктор Селиверстов, город Новый Уренгой, за высокий профессионализм в проведении мастер-классов второго международного фестиваля деревянной парковой скульптуры «Чудотворцы» в Увате. Награждается Наталья Зверева, город Салехард, за высокий профессионализм в проведении мастер-классов. Вне конкурса в фестивале принимали участие председатели жюри, директор окружного дома ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа Сергей Александрович Лугинин и арт-директор общества с ограниченной ответственностью «Мастерская Минсалим», член Союза художников Российской Федерации Минсалим Тимиргазеев. От имени организаторов фестиваля им вручается памятные дипломы. Для награждения приглашается первый заместитель главы Увадского муниципального района Михаил Борисович Харламов. Я приветствую всех участников и гостей фестиваля. И горд сегодня вручить приз аксакалам парковой скульптуры. Удачи, успехов! Дорогие друзья, мы все номинации провели, но земля Увадская удивительна и другими талантами, вернее, вот этими талантами. Ведь здесь находится мастер, который сделал подвиг в своей жизни. Он сделал вызов сам себе. Это Чагровой Женя. Женя, иди сюда. Его награждают специальным призом. Ни букет, ничего, конечно, ты не заменен. Потому что мы увидели, он чуть ли не пальцем сделал свою скульптуру. И швейцарцы дарят ему главную стамеску, камертон, насовсем. Спасибо тебе за мужество. Дорогие друзья, приятно, что в очередной раз на Увадской земле проводится фестиваль международного масштаба. Специально для этого местными авторами была написана песня «Волшебные минуты». Слова Светланы Визгиной, музыка Светланы Визгиной и Михаила Кулакова. Для вас поет Светлана Визгина. Встречаем! Давних времен сотканы мгновения жизни века, на земле бесконечная тайна седой старины. Там на перекрестке миров тайна мироздания, стихия богов и былинная песня в сказаниях сибирской земли. Сказал когда-то мудрец: станешь на земле ты особый творец, красота.
теплотою души удивить этот мир поспеши. Теплыми руками любви чудо на земле неустанно твори, людям добрую сказку земли словно солнце дари. Волшебные минуты мастерства, чудесная гармония, любви и тепла оживает в сердцах, растворяясь в прозрачных лучах. Осеннюю мелодию земли в сердцах своих навеки, мой друг, сохрани праздник радостных встреч, праздник счастья и любви. В отблеске задумчивых звезд, в ласковом дыхании радужных снов, бесконечная тайна, загадка незримых миров. Следуй за своей мечтой, тайную завесу слегка приоткрой, в добрый мир красоты снова нас уведи за собой. Тонкой нитью давних времен мгновение жизни века, на земле бесконечная тайна седой старины. В тайных лабиринтах судьбы, в поиске далекой заветной мечты, золотая богиня, как символ добра и любви. Волшебные минуты мастерства, чудесная гармония, оживает в сердцах, растворяясь в прозрачных лучах. Осеннюю мелодию земли в сердцах своих навеки, мой друг, сохрани праздник радостных встреч, праздник счастья и любви. Волшебные минуты мастерства, чудесная гармония, любви и тепла оживает в сердцах, растворяясь в прозрачных лучах. Осеннюю мелодию земли в сердцах своих навеки, мой друг, сохрани праздник радостных встреч, праздник счастья и любви. Праздник радостных встреч, праздник счастья и слово предоставляется арт-директору общества с ограниченной ответственностью «Мастерская Минсалим», члену Союза художников Российской Федерации Минсалиму Тимиргазееву. Я, мастера, очень вам признателен, что вы оказали доверие нам, организаторам, себе, в адской земле. Вы приехали и сделали нечто такое, которое станет примером, прежде всего, конечно, красоты и пользы. Вы знаете, я, конечно, верил, мы с Сергеем верили вам, и собрали здесь таких мастеров, которые, если вы помните, мир был создан за 6 дней, а вы за 7 дней начали и закончили работу. Спасибо вам, спасибо за доверие. Ой, я прошу прощения. Вот часть работ, моделей, по которым сделали большие фигуры, мастера оставляют ваш музей легенды Седого Иртыша тоже на совсем. И эскизы еще там есть. Дорогие друзья, для вас выступает театр шаманского бубна, город Екатеринбург. Встречаем. Thank you.
Организаторами второго фестиваля стали администрация Увадского муниципального района, общество с ограниченной ответственностью «Мастерская Минсалим». Прямую трансляцию в сети интернет осуществляет телевизионная информационная студия «Премьера». Спонсорами фестиваля выступили общество с ограниченной ответственностью «Восток», «Равиал», «Увад-сервис», открытое акционерное общество «ТНК БП». Уважаемые участники фестиваля, приглашаем всех подойти к священному дереву. В увадских урочищах, между дремучими урманами, на заросших пахучими травами болотах, в окружении холмов увалов, в потаенном царстве золотой богини обитает большая серебряная медведица. Мужицкому охотничьему глазу она не дается, а вот бабы, обхаживая летние леса, облаживая осенние болота, за грибами да ягодами не раз видели, что в обличьем-то она, как всякая лесная медведица, только росту сахатому подстать. Днем бродит в буреломах, плескается в озерах, набирает силу земную от всего, не забывая при том остроглазо беречь покой золотой богини. Тюмень приходит, поднимается медведица на самый близкий к небу увал, и с самой высокой вершины бросается в ночь. Летит в небеса, рассыпаясь на мелкие и крупные звездочки, и до самой зорьки оборачивается семизвездным серебряным ковшом. Дорогие мастера, мы просим вас поклониться золотой богине и гостеприимной увадской земле. Для торжественного закрытия фестиваля приглашаются губернатор Тюменской области Владимир Владимирович Якушев и глава Увадского муниципального района Юрий Олегович Свицкевич. Губернатора Тюменской области Владимира Владимировича Якушева в честь закрытия фестиваля ударить обухом топора по памятному кругу для того, чтобы наш фестиваль стал традиционным ежегодным праздником, праздником, дарующим радость, творчество и вдохновение. Ваши аплодисменты, друзья! А мы прощаемся с золотой богиней, образ которой сопровождал всех нас на протяжении фестиваля.
Мы приглашаем всех участников фестиваля и почетных гостей на общую фотографию. Дорогие друзья, с вами мы прощаемся. До новых встреч на Увадской земле. До следующего фестиваля творчества. Для вас выступает театр шаманского бубна, город Екатеринбург.
да закрыла дорожку косу золота, да рассыпала жемчужины по свету. Бомба Ленат.